Начнем сначала. Расскажите вашу историю. Она не моя. Важно, что именно вы можете ее рассказать. С чего бы начать? Был ненастный вторник. Хотя на самом деле была среда и было достаточно ясно. Ребят, вот этого фильма было 57 серий. И каждую третью серию менялся актер. Можете вы посчитать, сколько пробовалось актеров и снималось в этом фильме? Сколько всего было актеров? Кто скажет, сколько было? Ну, скажи ты. 7. Кто как еще думает? Ну, пожалуйста. 19. Правильно, 19. Пойдемте продолжим. Ну, знай, как нашлась. Девочка, пойдем с нами. Ты что, попутала? Что это у тебя в руках? Дай сюда. Что с ней случилось дальше? Не делайте вид, что не знаете. Сейчас она одна из самых умнейших людей мира. Получила Нобелевскую премию 2 года назад. А вы в вашей истории очень много говорили о коробочке. Да, она главный персонаж этой истории. Так а что это? Сложно объяснить. Наверное, лучше всего расскажут истории людей, которым удалось с ней столкнуться. А таких было немало. Это же дверь! Никто не забирает двери! Зато я играю лучше тебе. Да ты даже гитару нормально держать не умеешь. Андрей! Подсади меня! Ребята! Тут никого нету! Можете лезть! Все, приплыли. Мне вот правда интересно, а чего вы ожидали? Что, опять открылась? Смотри-ка, открытая дверь. Невероятно. Мальчик был на фильмоскладе, так что мы с Андреем пойдем туда. Мне что-то подсказывает, что мы ничего там не найдем. Мы ничего не нашли! Мы тоже! 0,5! Значит, уходим ни с чем.
думаю, не надо пояснять, что эти четверо стали чуть ли не самой популярной музыкальной группой в мире. Ну, вы так и не объяснили, что это за вещь, что было внутри коробки и откуда она вообще взялась. По сути, это совершенно не важно. Что-то там опять порвал? Прости. Иди поиграй где-нибудь в другом месте. Дайте, пожалуйста, эту пленку. Зачем? Пожалуйста. Ладно, давай посмотрим. Фильм, который нашел мальчик, оказался утерянным шедевром. Это принесло герою нашей истории мировую известность. Теперь он профессионально занимается реставрацией и нашел, отреставрировал уже, наверное, сотни утерянных картин. Так что вы хотите сказать? Послушайте. Каков процент настоящих гениев? Можете не утруждать себя подсчетами, так понятно, что он крайне мал. А сколько людей, которые могут изменить историю? Вот и коробочка. Открывается далеко не всем. Некоторым она дает знания, некоторым таланта, некоторым даже власть. И не важно, что внутри.
есть ли там что-то и существует ли она вообще. А что она дала вам? Мне? Чего я с ней не сталкивалась? Я лишь нашла и записала истории. Я, знаете ли, неплохо пишу. И какова же тогда ваша роль? Очевидно, я рассказчик. Больше вопросов нет. Вы свободны?